Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Слова – талисманы. Мы часто не задумываемся о смысле и силе произнесенных слов. Между тем, в нашей речи есть слова, которые могут влиять на события, наше состояние, определять будущее и помогать справляться с самыми разными событиями. Эти слова-талисманы способны проникать в самые глубины души и поддерживать наши жизненные силы для движения вперед. Слова-талисманы помогают улучшить жизнь, наполнить ее добрыми и светлыми событиями и избегать проблем, встречающихся на пути. Словно личный защитный оберег, носите эти слова при себе, не забывая о них, о их силе и используя в необходимых ситуациях. Первое слово – спасибо. Простое, привычное каждому слово, означающее благодарность за что-либо, имеет мощную защитную энергетику. Но только в том случае, если произносится не автоматически, а идет от всего сердца искренне. Как можно чаще используйте его в своей речи, чтобы отвести от себя беду, порчу или сглаз. Благодарите людей, мир, жизнь, высшие силы и самого себя за любые, даже самые незначительные радости. Второе слово – сейчас. Если требуется ускорить какое-то дело или событие, если процесс слишком затянулся, используйте это слово «сейчас». Это слово «ускоритель» работает как быстрая самопомощь, когда нет сил ждать и хочется решить вопрос как можно скорее. Следующее третье слово «обратно». Ваш талисман, когда нужно быстро возвратить сказанные недобрые слова или сделанные поступки другому человеку, про себя или тихим шепотом повторяйте «обратно», мысленно представляя, как возвращаете негатив хозяину. Следующее слово – это «свобода». Это слово применяется тогда, когда нужно побороть тягу к чему-то запретному. Любая зависимость – это не свобода. Зависимость управляет нами до тех пор, пока мы не возьмем свою жизнь в свои руки. Зависимость может быть от сигарет, алкоголя, также от сладкого, фастфуда, компьютерных игр, покупок. Вот любой момент, когда почувствуете, что вот-вот сорветесь и купите очередную ненужную вещь, либо съедите высококалорийный кусок торта, повторяйте это слово, пока желание не испарится. Следующее, последнее слово – это удача. Произнося это слово как можно чаще в своей обыденной речи, мы настраиваем свое подсознание на счастливые события своей жизни. Произношение этого энергетически сильного слова способно притягивать к нам все то, что нам действительно хочется. Просто попробуйте и сами увидите его чудесные действия в самых привычных ситуациях.